31 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил в эфире телеканал 360 в Подмосковье. В вступительной части глава региона поделился своими ожиданиями от предстоящего предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты от политической партии «Единая Россия». Конкуренция будет очень серьезная. Каждый кандидат должен очень четко формулировать наши приоритеты. Чем мы идем на выборы? Почему жители должны голосовать за нас? У нас есть четкая программа, есть план действий, есть стратегия, о которой мы регулярно говорим. Наша задача – довести ее до каждого человека, сказал губернатор. С 1 апреля в России начался весенний призыв ряды российской армии. Предстоящий призыв в Московской области необходимо призвать более 6400 человек. Соответствующее задание получит и Ленинский район. 5 апреля состоится первое заседание призывной комиссии Ленинского муниципального района с участием главы района, председателя призывной комиссии Олега Хромова. Заседание будет проходить по вторникам и четвергам. Призывная кампания продлится до 15 июля 2016 года. Второго апреля в деревне Ощерино в 10 часов и в поселке Развилка в 11 часов Главное управление ветеринарии Московской области будет проводить ежегодную выездную профилактическую вакцинацию против бешенства животных. Для вакцинации будет использоваться отечественная вакцина «Рабикан». По всем вопросам обращаться по телефонам 8-495-541-5266, 8-498-547-1092. Второго апреля в 15 часов у верхнего фонтана кинотеатра «Искра» ждут самых веселых, самых позитивных, самых активных жителей города. На первый в этом году флешмоб «Видная весна 2016». Как и в прошлом году, жители запустят в небо мыльные пузыри, подарят друг другу улыбки и зарядятся положительными эмоциями. Организаторы подготовили для всех участников флешмоба множество неожиданных сюрпризов.